Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Что нового? Всем привет. И вот отпуск от спортзала закончился. Теперь мы вернулись в игру. Сегодня первый день возвращения. Было сделано 4 километра на эллипсе. Сейчас вот берег. Так что такая вот машина. Вид за окном мега позитивный. Так что 100 килограмм нам осталось до плана, который мы ставили себе на осень. 5 килограмм до 95 и привести себя физически и эстетически, чтобы это смотрелось хорошо, потому что осенью ждет уже тренер. Снова лапки, докруточки, так что будет круто. Напоминаю всем, что 21-го будет в Москве проходить два события интересных. Первое — это наш концерт «Казбургер Лайф», в котором примут участие вся наша братва. Ваш покорный слуга, Скриптонит, Тифест, Смоки Мо, Матранг, также классики жанра MLP будут приезжать к нам. Так что всех ждем. А также еще вечером будет происходить в Москве замечательное мост-хевное событие. Бой между Гасиевым и Усиком. Вот мой товарищ Головкин мне написал вчера. Приготовил для меня наконец-то мои перчатки, которые любезно согласился мне, которым решил взгреть меня. Именные теперь у меня от 3J Killer'а есть именные перчатки. На них написано бас, на них нагана. Так что я теперь заряжен максимально. Обязательно попаду и после концерта прыгаю в машину и быстро в спортовом и с олимпийским, наверное, любительный бой. Так что вот так. Еще раз, кто только присоединился, 21 июля «Казголдер Лайф». Это на территории нашего завода, рядом с нашей прем-студией. Можно посмотреть на это между делом бренное место. Так что всех ждем. Это мега мероприятие, которое мы проводим уже, дай бог, сколько. «Казголдер Лайф» у нас 8-й, наверное. Еще с Зеленого театра все началось. Так что всех ждем. Когда новая песня, альбом? Песен очень много уже написал. Постоянно работаю здесь новыми песнями. Я вот выкладывал в Инстаграме студию свою, здешнюю. Очень много. Киев, привет, родные. Всем привет, низкий поклон. Вот. Много очень материала. Хочется все успеть. Записываю прямо здесь, в таком режиме. Ускоренно. Надо поднавалить, ребята. Показатели не падали. Два с половиной спокойно, два с половиной обновали. Вас привет уже. Так что, такие его дела. Nintendo еще жив, да? Знаете, я как-то разговаривал с человеком, так запариваешься, что у тебя столько проектов. Он говорит: старик, ты понимаешь, что ты как
настоящий злодей. У тебя три проекта, которые параллельно в каждый в свое время был популярен и максимально отличен друг от друга. Что это очень круто, это нельзя забрасывать. Другим артистам такое только может сниться и мечтаться о таких разных проектах. Так что не забрасывай. Я подсознательно постоянно продолжаю делать. Есть, да, Nintendo новая песня. Я думаю, что осенью презентую. Называется «Пуля за брата». Ну, все в стиле Nintendo. И Нагана тоже. Я думаю, что вы слышите замечательную балладу. Она называется «Я неудачник». Уже здесь написал максимально ироничное и очень грустное. Урган твой друг, он нет, у него мой брат. Мы когда с ним видимся, всегда говорим по-братски. Так нас учил святой Маркони. Так что у нас Алма-Ата салам всем. Ростов Телевизор, это взаимно, мой родной Ростов. Скоро, кстати, появится, не могу открывать тайны, песня от моего альтер-эго Паст. Очень красивая песня с одной удивительной, замечательной, великой исполнительницей. На мой взгляд, песня про родные места. И там будет, конечно, Ростов. Так что я знаю, что ростовчане уже говорят, ты уже достал про Ростов. Ты сколько ты можешь петь? Сори, ничего не могу с ним поделать. Ладно, буду дальше докручивать. Первая пятерка завершена на велосипеде. Потом нас ждет резиночка. Резинка. Все, обнимаю вас, родные. Всем привет. Ну что, дорогие друзья, в спортзале мы сделали предварительные, так сказать, ласки на эллипсе велике. Теперь мой тренер угрожает мне, в принципе, заставляя меня не бросать занятия боксом, что и правильно делать, на самом деле. Кто там ездит по району? А, копы. Вот. Заставили меня заниматься боксом. Вот недавно я сидел в ресторане, ел булочку белую. И вдруг вижу видео сообщение. Надеюсь, Васька, ты как порядочный человек продолжаешь заниматься даже на отдыхе. Бой с тенью, работа с резиночками. Куча ОФП. И мне стало стыдно. С сегодняшнего дня я возвращаюсь в большую игру. Теперь буду заниматься через день и, конечно же, подсушусь. Еще раз помню, хочу напомнить вам мою задачу. 1 сентября 95 килограмм, вот. Еще пятерочку. Ну, 90 сделаю, если, сука, буду просто красавчик, буду наконец-то себя уважать. Не буду говорить себе, что я тряпка и слабак. Вот. А так сейчас буду заниматься. Иркутск, привет, буду заниматься. Ребята, наконец-то, что до меня дошло, это боксерки от Nike. Посмотрите, какая. Посмотрите, какая. Са. Какой доворот теперь, а? Теперь, ребята, специалисты по боксу, можно будет видеть вам каждую мою ошибку, каждую нетонку. И давать мне комментарий обязательно, чтобы я, благодаря вашим добрым отцовским комментариям, и указанием на ошибки становился лучше и профессиональнее. Я вас обнимаю, вас люблю. Я пошел пахать. Всем привет. Всем привет, всем. Как настроение у всех?
Как настроение? Супер. Супер. Всем хорошего вечера. Всем хорошего вечера, братва. Пока домывается наш мальчонка, можно поболтать. Что нового у вас? Все, что ли? А! Еще пошел. А вот он, звереныш. Скучал по нам. Конечно, машинка мечты, ну. Выиграл в лотерею. Братский называется лотерея. Братская. А вот наш тигрила. Уху! Хорош. Камчатка, привет. Казахстан, салам. Всем, кто на связи. В Москве темно, а здесь вот такая вот история пока. Вдали море. Железная дорога. Стритс. Кривой, привет. Кривой рок, motherfuckers. Сука, блядь. Один на три топора. Так, продолжаем эфир. Жена позвонила просто. Передай привет Рубику. Рубикув, привет. Ставрополь, привет. Вчера у моего товарища большое событие в семье. Родился ребенок. Валера, поздравляю тебя от всего сердца, от всей семьи. Ново-Александровск, привет. А вон все, кабана продувают. Гидроздувание началось. Монстр выходит из тьмы. Продувка. А ну-ка. Осетия, салам, всем привет. Оу, малыш. Роллс, мазафака. Гост, мазафака. Как жизнь? Все отлично. Сегодня первый день моих активных тренировок. Сегодня я поработал на славу. Побегал, поездил. С резиночками подергался. 4 раунда по 2 минуты. С тенью поработал. Так что все круто, родные. Все круто. Я еще раз напоминаю всем, ребят, по-хорошему пока. По-хорошему пока говорю. Не конфликтую, не ругаемся, ничего. 21 июля газлайв. Я всех жду серьезно перетереть, чтобы все были на месте, да? А вечером 21-го потом в Олимпийском бокс. Гасив. Усик. А? Не день, а какой-то праздник. Так что я всех жду сначала на рэпчик, а потом на боксе. Его дела. Ну уже не терпится, елки-палки, а? Сесть малыша. Когда он уже домоется, а? Чистенький, сука, чистенький! А ну-ка. Roll some up, fuckers! С кем биться будешь? Я буду с кем? Со всеми биться. Не, будет бокс же 21-го, Усик и Гасик. Вот эти. Уф, привет. Ну все, последняя обдувка. Вот, все, он готов. Он чист. Чист, мой малыш. Чист. Светил и лучист. Я уже устал ждать домывки. Все, сажусь. Вау! Так. Мэп. Последние цели. Бэк. Цели.
Все помчал. Кабан помчался, кабан поехал. Так, все. Поехали, друзья. Как говорится, шикарно, что очень узенько. Так, сейчас мы здесь, куда нам показывает. Ага, налево, да. Сука, хуесосы, блядь. Слабо не хватает, а? Нельзя, конечно, за рулем мне ездить. Психически неуравновешен. Согласен. Все прямо. Пока так вот. Че, я занят, да, ну так. Хочу не ругаться, ребят. Грешен, каюсь. Я ругаюсь. Хороший, кстати, получился, да? Грешен, каюсь. Я ругаюсь. Когда в пробке я стою, я взрываюсь. Я взрываюсь. Потом кого-то бью. Так случилось, все пропало. Пробка мучает меня. И скажу себе устало, нужно что-то поменять. Вот стишок уже сочинил. Донбасс, привет. Так, сколько ехать? 6 минут. Ладно, братан, всех обнимаю, буду мчаться. Буду мчаться. Буду постоянно отвлекаться еще. Ой, все, обнимаю. Хорошего вечера, ребят.